столице Казахстана Астане начались переговоры между враждующими сторонами сирийского конфликта, которые проходят при посредничестве Ирана, России и Турции. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов поблагодарил собравшихся за участие в переговорах и пожелал им успеха. Сирийское правительство на переговорах представляет постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. Объединенную делегацию антиправительственных вооруженных группировок возглавляет Мухаммед Алюш, представитель группировки Джейш Аль-Ислам. Делегация повстанцев отказывается вести переговоры с представителями правительства напрямую. Условием перехода к прямым контактам является полное соблюдение перемирия, вступившего в силу 30 декабря. Пока стороны будут излагать свои позиции через посредничество российских и турецких дипломатов. Официальный Дамаск настаивает на том, что удары продолжают наноситься только по позициям группировок, не подписавшим соглашение о перемирии, таким как Джабхат Фатх аш-Шам и ИГИЛ.